Что гасит вода, которую подают на стартовый стол перед запуском ракеты? Куски чего от этой ракеты буквально отваливаются во время полета? Что за удивительные медузы появляются в небе после пусков, заставляя буквально сотни людей публиковать фотографии этих, как им кажется, НЛО? Привет, меня зовут Паша Поцелуев, и сейчас мы здесь, на Альфа Центавра, расскажем вам о самых интересных эффектах запусков космических ракет. Не переключайтесь. Предлагаю идти по порядку. От подготовки к старту через сам старт и до момента, когда полезная нагрузка оказывается на орбите. Многие из вас давно в курсе, что за белый пар валит из ракет перед запуском. Но хотя бы раз эту тему стоит осветить и в видео. Итак, любая ракета на жидком топливе работает посредством смешения горючего и окислителя. По сути, выделяемая химической реакцией окисления энергия и является той самой силой, которая толкает ракету вверх. Компоненты топлива могут быть разные, и им мы когда-нибудь посвятим отдельный ролик, а сейчас поговорим о самой популярной в контексте этого эффекта ракете – SpaceX Falcon 9. Оба компонента, жидкий керосин и жидкий кислород, или горючее и окислитель, начинают закачивать в баке ракеты за 35 минут до старта. При этом их подают в сверхохлажденном виде. Для того, чтобы кислород перешел в жидкое состояние, достаточно температуры в минус 180 градусов по Цельсию, но SpaceX не ищет легких путей и охлаждает его еще сильнее, до минус 206 градусов. Из школьного курса физики вы наверняка помните, что расстояние между молекулами вещества при уменьшении температуры сокращается, следовательно, сокращается и объем этого вещества при неизменной массе. То есть в тот же бак при более низкой температуре мы можем загрузить больше топлива, а значит, будет больше его запас во время старта, и ракета сможет банально дольше работать. Плюс при настолько низких температурах у жидкого кислорода лучше проявляется такое свойство, как текучесть, то есть его банально проще закачивать в баки. Так вот, загрузка топлива длится какое-то время, во время которого уже добавленные в баки компоненты успевают нагреться. Поэтому часть объема необходимо стравливать, выбрасывать за борт, чтобы постоянно заменять его более холодным. В штате Флорида, откуда производится большинство пусков Falcon 9, воздух очень влажный. По сути, он наполнен молекулами воды в газообразном состоянии. И когда холодный кислород встречается с этими молекулами, он охлаждает и их, превращая их в крохотные льдинки. Это и есть тот самый холодный водяной пар. Подобный эффект, к слову, наблюдается при стартах далекой младшей сестры Falcon 9, ракеты Rocket Lab Electron. Ее пусковая площадка находится в Новой Зеландии, тоже около океана. В целом, наличие холодного водяного пара около ракеты зависит от влажности, погоды в целом и от способа заправки ракеты. Надеюсь, этот вопрос мы сейчас закрыли раз и навсегда. Ракета стартует, ее двигатели извергают реактивные струи, и рукотворный дракон, наоборот, устремляется ввысь. Но зачем нужны эти потоки воды на стартовом столе? Неужели опасность сжечь что-то реактивным пламенем столь высока? В этом ли причина, по которой за некоторое время до старта под ракету подают воду? И да, и нет. На самом деле основная цель воды – погасить звуковой удар, возникающий при старте двигателей. Во-первых, этот удар действительно способен повредить площадку. Во-вторых, звуковая энергия, отразившись от стартового стола, способна повредить как саму ракету, так и полезную нагрузку, которую эта ракета несет. Там же, где использовать потоки воды мешает, например, температура за бортом, применяется другой подход. Сама конструкция стартовых столов предполагает увод реактивной струи и звукового удара в сторону от ракеты. Да, конструкция испытывает больше стресс, ведь нет воды, которая поглощала бы часть их энергии, но она работает уже полвека и вполне успешно. Забавный факт, плавучие баржи, на которые садятся первые ступени Falcon 9, тоже оснащены системой подачи воды во время посадки. Правда, там она скорее необходима для быстрого охлаждения посадочной площади и вообще применяется далеко не всегда. Кстати, о посадках ракет, о том, как происходит этот процесс, для чего вообще они нужны и сколько денег позволяют сэкономить, у нас на канале есть отдельный ролик. Приглашаю вас посмотреть его по подсказке или по ссылке в описании под видео. Итак, во время старта ракеты из-за сильных вибраций от нее начинают откалываться некоторые элементы. И не во всех случаях они общие, здесь все тоже зависит от семейства ракет. Если смотреть на китайские пуски, вы сможете увидеть срывающиеся с семейства ракет Чанчжэн плитки изоляционного материала.
Они являются опциональными и устанавливаются на головной обтекатель по желанию заказчика запуска. Дело в том, что ночью на космодромах Цзюцюань и Тайюань температура зачастую опускается до уровней, на которых способна повредить системы полезной нагрузки. Если это так, за дополнительную плату оператор запуска устанавливает эти вот изоляционные плитки. Они специально крепятся таким образом, чтобы во время старта оторваться от ракеты, не вредить ее аэродинамическим характеристикам и не мешать установленным датчикам. Если вернуться к другим ракетам, то зачастую во время старта с них будто сыпется какой-то белый песок. На деле это обычный иней. Помните, баки ракеты заполнены сверхохлажденным топливом. Внешняя стенка бака имеет отрицательную температуру. Добавляем сюда нашу высокую влажность и получаем тонкий слой льда или инея, который намерзает на поверхности ракеты во время заправки. Очевидно, что вызванные стартом вибрации этот слой просто сбрасывают. Иногда кусочки инея остаются и на второй ступени, тогда их полет можно заметить уже на орбитальном этапе. Часто зрители принимают их за птиц, мышей или за неопознанные летающие объекты. Летающие-то они летающие, хотя скорее падающие, но при этом вполне опознанные. Надеюсь, для вас теперь тоже. Еще один эффект, который мы смогли наблюдать, а если быть более точным, то слышать благодаря SpaceX, ударные звуковые волны. Они возникают, когда ракета преодолевает звуковой барьер, однако не слышны при запусках, так как этот момент наступает на большой высоте, и волны распространяются в направлении движения ракеты. Для двух стационарных объектов схема распространения звуковых волн от источника выглядит вот так. Если объект, издающий звук, будет двигаться, мы получим следующую картину. По направлению движения длина волны сокращается. Если же наш объект движется со скоростью звука для той среды, в которой он находится, то звуковые волны будут накладываться друг на друга. Именно в этот момент и возникает звуковой удар. Но, как я уже сказал, когда ракета движется в направлении от нас, он не будет слышен, потому что звуковые волны затухнут раньше, чем доберутся до наших ушей. А что если ракета движется в нашу сторону? Что происходит при ее посадке? А при посадке каждая ступень Falcon 9 производит аж по 3 звуковых удара. Первый вызван двигателями в нижней части ракеты, второй – посадочными опорами, местом их крепления к корпусу, а третий – решетчатыми рулями, которые находятся наверху ступени. Все эти элементы ракеты при сверхзвуковом движении производят ударные волны, которые настигают зрителей около посадочной площадки спустя более чем минуту, настолько долго звук идет к наблюдателю. А при одновременной посадке двух боковых блоков первой ступени Falcon Heavy внимательные наблюдатели могут насчитать 6 звуковых ударов, потому что посадка ускорителей слегка рассинхронизирована. Один всегда касается площадки чуть раньше, чем другой. Поэтому, если когда-нибудь будете наблюдать запуск ракеты Falcon вживую, после посадки ступени обязательно дождитесь звукового удара, ну или хотя бы помните о нем, чтобы он не застал вас врасплох. Теперь, когда ракета уже в космосе, некоторые трансляции позволяют нам увидеть обнаженные спутники и двигатели. Самое детальное и качественное изображение дает все та же SpaceX, но по сути они мало разнятся даже для самых разных ракет. Давайте же разберемся, что за фольга болтается у двигателя и на спутниках. Да, это, пожалуй, самый банальный вопрос с самым банальным ответом на сегодня. Это фольга – специальный изоляционный материал, который защищает полезную нагрузку и часть двигателя от перепадов температуры. Материал многослойный, и слои имеют различную толщину, иногда внутри располагается структура в виде сот, она помогает дополнительно изолировать эти слои между собой. Так как в космосе нет плотной атмосферы, основной источник тепла – это излучение, в первую очередь солнечное. Именно его изоляция и должна отражать, не позволяя нагреть то, что находится внутри. При этом слои материала подобраны таким образом, чтобы тепло изнутри тоже не уходило, что помогает избежать переохлаждения. Ну и банально, эта космическая фольга прикрывает аппараты от мелкого космического мусора, в первую очередь пылинок. Дополнительный золотой слой может защитить от ультрафиолетового и радиационного излучения. Пока мы все еще находимся в атмосфере, вы можете заметить и другой интересный эффект, связанный с высокой скоростью движения ракеты.
Очевидно, что вследствие движения носителя перед его носом давление воздуха повышается, а позади уменьшается. Область низкого давления тут же заполняется окружающим ее воздухом. Из-за резкого роста объема температура этого воздуха падает, а имеющиеся в атмосфере капли воды, как и в случае с инеем на баке ракеты, замерзают. Происходит это при высокой влажности и при достаточной скорости движения ракеты, когда объем низкого давления быстро заполняется. К слову, этот эффект, называемый эффектом Прандтля-Глоэрта, можно наблюдать и при посадке ступеней, а самые красивые его проявления, пожалуй, пришли к нам из авиации. Но давайте все же двигаться дальше, то есть выше. Помните красивую плазму при падении створки обтекателя, которую нам показывала SpaceX после старта Falcon Heavy? Если не помните, ничего страшного, сейчас увидите. Суть эффекта в том, что створка обтекателя, падая, движется с высокой скоростью через становящуюся все более плотную атмосферу. Перед внешней стороной створки образуется ударная волна, в которой плотность воздуха резко увеличивается. Энергия у молекул воздуха остается той же самой, а вот путь, который они могут пробежать, очень сильно уменьшается. Поэтому растет средняя скорость молекул. Так что с ростом давления у неизмененного объема воздуха повышается температура. Особенно ярко этот эффект проявляет себя при вхождении космического корабля или второй ступени ракеты в атмосферу с высокой скоростью. А для обтекателя, не разогнанного до первой космической скорости, плазму можно увидеть благодаря чувствительной камере, расположенной внутри створки. Она смотрит вверх в черное ночное небо, и мы можем насладиться красотой. Кстати, обратите внимание, как плазма проходит через отверстия в створке. Они нужны, чтобы давление под еще закрытым обтекателем уменьшалось плавно при наборе высоты ракеты. А чтобы через отверстие под обтекатель не забрались какие-нибудь насекомые и не попадала дождевая вода еще до старта, они закрыты заглушками специальной формы, которая срывает поток набегающего на ракету воздуха, когда она достигает сверхзвуковой скорости. В принципе, почти все эти эффекты наблюдаются у ракет любых производителей. Но самыми красочными моментами с общественностью почему-то делится только SpaceX. Надеюсь, и другие операторы запусков тоже постепенно будут подтягиваться. А мы, в свою очередь, не откажемся как посмотреть на такую красоту, так и рассказать о ней вам во время стримов ракетных пусков. Но вообще, эффекты запусков касаются не только самого их процесса. Иногда в ночном небе можно увидеть невероятно красивые следы, настоящие пусковые медузы. Они возникают уже после того, как ракета отправилась к орбите, а рецепт их приготовления достаточно прост. Записывайте. Для начала нам нужно особое время суток, когда Солнце либо еще не освещает поверхность Земли, где находится наблюдатель, либо уже ее не освещает, но при этом подсвечивает часть атмосферы для этого наблюдателя. Погода тоже имеет значение. Наилучшие медузы получаются в прохладный влажный день. Ракета должна пролетать сквозь подсвеченный Солнцем слой атмосферы. Все, этого уже достаточно для наблюдения медуз. Оставленные работой ракеты газы попадают под лучи Солнца, само же небо для нас с вами остается темным, благодаря чему мы можем наблюдать эту красоту. А в идеальных условиях вообще видим ее в процессе запуска. На нашем канале есть много роликов, посвященных красоте космических стартов. Уже упомянутый мной о том, как SpaceX сажает ступени, видео об удивительных эффектах ракетных двигателей и о главном враге компании Илона Маска. Если вы интересуетесь космонавтикой, они наверняка вам понравятся. Все ссылки я оставлю в описании. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять одобрительные комментарии, ведь это всегда приятно. Наш проект не размещает рекламу на YouTube. Мы существуем исключительно на деньги от пожертвований и встроенной рекламы Google. Мы будем рады, если вы присоединитесь к почти 1500 наших спонсоров на Патреоне или прямо здесь на YouTube. Взамен небольшого пожертвования в $1 вы получите ранний доступ к видео и статьям на сайте, а также некоторые другие бонусы. Все доступные способы поддержать Альфа Центавра будут в закрепленном комментарии под видео. Меня зовут Паша, а вы, пожалуйста, не забывайте главного. Мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам.